Сегодня второй матч. Ну и как показывает у нас практика. Ну что ж, прозвучал свисток, оповещающий о начале первого тайма. Прошел в эту стадию под названием плей-офф. Ну и пятый номер у нас. Щурок доставляет мяч на чужую половину площадки. Удар! И... Не, он доставляет мяч на чужую площадку. Ну и сейчас Локси сам пробил с носка. Хронология событий, как развивалось. Москалев на 10-й минуте открывает счет. 1-2. Афанасьев. И Виноградов. И Щурок уже от ворот ведет мяч в игру. Та-та-та. Удар здесь. Прострельная передача, скорее всего. Очень активно играет в отборе. Сейчас может опасно быть. И вновь ошибка «Газпром Югры». Ну, здесь Шевченко уже выручает. На Виноградова. Нам, да? Кишка в касание. И чтобы мяч оказался в сетке ворот. И вновь Шевченко. Мио! Удар! Сейчас выручает свою команду. Быстрый вот мяча от Чишкалы. Эмилио. Удар. Но Щурок. Фанасьев. Фанасьев. Стентер. Удар. Выше ворот. Шевченко. Он, Эмилио, не успевает напряжение. Вот здесь перехват «Газпром Югры». Нанда не смог сделать передачу. Да, вот здесь не смог обработать мяч. И Иван Чишкало выше ворот. Не попадает в пустые ворота. 12-й номер «Газпром Югры». Печаль, досада. Но что поделать. Шейхметов. Передача на Афанасьева. Афанасьев мимо ворот. Шайхметов. Здесь как мог. И, пожалуйста. Последняя минута первого тайма. Афанасьев! И Щурок в голову попал. Мяч Щурку. Афанасьев, удар, и вновь Щурок. 30-й номер, новая генерация. Площадки. Удар, и Виноградов. И посмотрите. 1-1. Эмилио. Чишкало, удар. Щурок. Шевченко. 4-й фол. Новой генерации, быстрый бот мяча. Виноградов, удар. Нет. Ну вот как же так? Такой открытый мини-футбол пошел. Чишкало, удар. Снаряд в игру. Сысковец. Без лету не точно. Суворов. 1-0 в пользу новой генерации. Чишкало. Убегает сейчас от Сосковца и Щурок. Атаку. Виноградов. Чишкало. Чишкало. Удар. Иван Чишкало. Эмилио получил желтую карточку. Эмилио. Наход Нанда. Спасибо такая. А вот Нанда. Третий мяч забивает ворота. Ну что ж, вот еще 11 минут не сыграли. Да, буквально за 20 секунд. Два мяча пропускает Эмилио. Виноградов. Удар! Виноградов. На
18-й минуте произошло сие событие. Четвертый мяч вылетает в ворота новой генерации. На кого? Показывает играть дальше. Волнюк головой хотел сильно на Афанасьева, но Афанасьев исправил положение, сам нагнал. Волнюк, передача, и здесь Шаяхметов. Эмилио, центр, удар, штанга. Суворов, мощнейший удар. Знаем, что стандарты многое решают, и посмотрите. Чилова сейчас. Глеб Петров. Спорт комментировал ее Павел Бакшаев. До встречи на футболе. Болейте на здоровье.